Рядом со мной Ирина Веселова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Винокурова Анна. Добрый вечер. Добрый вечер. С чем вы сегодня у нас на Твишансе будете выступать? Танцуем. И вы, да? Да, да. Вы с каким-то артистом в номере или вы сами по себе танцуете? Вначале я одна, потом с артистом танцуем вдвоем. Супер. И вы также, да? Да, да. Вы первый раз, да, у нас на вечеринке? Да, первый раз, первый. Вас Ирина привела? Да, меня пригласили замечательные люди сюда. Ирин, как вам сегодня атмосфера, как локация? Очень классно. Ну, вообще супер. Комфортно очень. Что у вас поменялось с прошлой вечеринки? Что нового? Ну, только ресторан, местоположение. Так все хорошо. Нет, у вас лично что поменялось? Выступления новые. Какие достижения у вас в работе, в жизни? Ну, я мама ребенка. Подрос он у вас? 8 месяцев. Всего выступаю, супер. Как говорится, как время есть. Супер. Какие у вас пожелания нашим зрителям? Побольше творческих успехов. Ну, также быть в высоте. Ну, любви, денег. Самое главное. Вам удачного выступления. Спасибо. Какие у вас пожелания нашим зрителям? Что вы им желаете? Что сказать хотите? Может быть, советы какие-то есть? Ну, в такое сложное время для нас, для всех, держаться, не унывать. Как говорят, не вешать нос, гардемарины. Все, супер, удачного выступления и хорошего настроения вам сегодня. Благодарю. Пока.